Ставь лайк за 3 секунды, если хотя бы раз в день ты заходишь на YouTube. Всем здарова, ребята, с вами по-прежнему Димка и Юрка в GTA 5 мы, а это рубрика «Спуск без тормозов». Привет, друзья. Сегодня, ребята, мы будем спускаться с огромнейшей рампы в самый низ, самое жерло нашего вулкана, можно сказать. На самой нише. Да, ну и попытаемся перелететь всю карту GTA 5 на рандомных случайных читачках. Поэтому, ребята, в комментариях пишите, как вам данное шоу. Я знаю, что вы его очень сильно любите, а значит, конечно же, поставьте 3000 лайков. И не забудьте также подписаться на канал и, конечно же, поставить колокольчик. Но на первый раунд будем спать по одной рандомной тачке. И у меня Феррари, кстати, такое себе. У Юрчика зонды. Да, прямо сейчас мы, ребята, ставим чип, который будет работать на всех тачках. И будем выпрыгивать. Так, ребята, мы готовы, полетели! Да, ребята, чип, можно сказать, соизмерим с как раз таки двойным нитро. Но, к сожалению, ничего мы не будем делать на скорости 630. У меня 740 было. А, ну, кстати, ты недалеко. Недалеко, да, ребята, недалеко. В комментариях напишите. Да, за кого болеете? А еще мне было бы интересно узнать, когда у вас там летние каникулы? Тут так вроде остался. За Димона всем чуть-чуть, болеть чуть-чуть. Не рекомендую, он сейчас болеет и не очень. Ну, кстати, да, поэтому, ребята, если кто хочет эстафету перенять... Лучше не надо, поверьте мне, лучше не надо. То, конечно же, пишите плюс в чат, да, ребята, кто меня поддерживает. Ну, а если Юрка фуфил, то так и напишите хэштегом. А мы отправляемся тогда на второй раунд. Ну, а на второй раунд мы вспомним, я 2, Юра, получается, так, это мы не считаем, 3 машины. Машины, это тоже мы не считаем. Ауди, ну как бы такой себе выбор. Я возьму Порш, а быть может это будет более-менее что-то. Так, ну, кстати говоря, это считается байк, потому что он из Реала. Это считается. Да, да. И третье еще вопросы. Третья ламба, куда ты? Вот это было бы хорошо. Но она не считается, последний ты удаляешь. Последний ты удаляешь. Ламба то хорош. Ламба, окей. А чё под капотом у ламбы? Не знаю. Серьезно? Понимаю. Окей. Не Ладно, ребята, мы пытаемся разогнать максимальные скорости. Полетели. И сейчас вместе с вами опять 600. Я, конечно, все понимаю, но поначалу всегда так бывает, то, что рандом не выдает пока нормальные машины, а потом под конец как завозит. Поэтому, ребят, досматривайте обязательно ролик. Та самая херня, 740. До самого конца. Да-да-да, прям плюс-минус, и я туда же лечу. Я прокачусь. Но ламба на колеса. Ламба легче. Блястящий. О, в рубашке родилась. Правильно, распитие спиртных напитков запрещено. Валим отсюда. Я чуть-чуть не писался. Так, а Юра у нас приземляется. А, ты даже лучше, кстати говоря. Да, на полечь. Неплохо, да, второй твой балл на карман. Да, ребята, прямо сейчас вы мне помогите. Напишите, чтобы рандом выдал хорошие машины. Полетели. Следующий раунд, ребята, я спавню 2 машины. Юра, получается, 3, так, 247, что? Блин, это очень низко, я бы, наверное, выпрыгнул бы на вон той, быть может. А так, нет? Ну, подбор интересный, на самом деле. Ну, потому что тоже 229. Я выпрыгну все-таки на Феррари. Ебать, я думал, ты удалил мою тачку. Отлично. Ну, пробуем, ребята. Это как бы оперто на каких-то расширениях. То есть, возможно, это будет очень даже хорошо. Maybe. Вопросы. Вопросы. 500 есть. 600 есть. У тебя что? Что у тебя? Что у тебя? Та же самая скорость. 700? 740. Да ладно. Стандарт. 700 ровно, и ты опять дальше? Что? А я тут даже, я прям... Ну, слушай, я буквально на 5 метров... А нет, на 10 метров дальше, чем предыдущий. Серьезно? Тачка. Блин, ну тебе везет как бы, ребята. Я думаю, что тут явно самое нужна ваша помощь. Самое интересное, что все тачки с одной скоростью у меня, все три раунда, летят все и каждая просто чуть дальше, чуть подальше, да. Да-да-да, ребята, вот вторая была, и где-то здесь была, вот тут первая. Но это меня вообще так-то не радует, ребята. Казалось бы, хорошая машина, но не показала ничего себе. Окей, прямо сейчас отправляемся на следующий раунд, ребята. Мне нужна ваша поддержка. Где вы? Ну что же, ребята? Ребята, давайте-ка сейчас выбьем. Акура хорошая. Правильно же, 147. Ха, вроде как у нее под капотом херня, но она вроде как летала. Поэтому, ребят, мы сейчас это и проверим. И у Юры еще одна последняя машина. Давайте-ка дождемся ее. БВ. Ну, они их много. Бэ. Вопрос, конечно, какая у тебя. Бэ. Все херня? Я пужик возьму. Да, все херня. Серьезно? Так, 500 есть. Ребята, как я и говорил, 600 есть. Тут будет очень даже хорошо. Ну как хорошо? 660. Бля, лучше, чем было.
Да, чуть лучше, но пока что читов ни одного мы не выбили. Ну, ты про чит и читов, это типа что это такое, читов? Читов, чит, именно чит-тачки. Так, а ты где падаешь-то? А вот ты летишь. Вот ты летишь, да, и это, ребята, ну, можно сказать, что мой бал... Оу, в корзину! Скворечник. Отлично. Да, ребята, ну, а мы по итогу отправляемся тогда на пятый раунд. Давай. Ну, и, ребята, я спавню три машины, и давайте-ка глянем, кому что дропнется. Вот это тучу надо. А бах я не беру, а у него 233 под капотом, ребята, я ее ждал. Ой, родстер 20-го года. Интересно, интересно, что разгонит. А у меня, кстати, Мерседес, понял? Кабан который? 600 есть. 700 есть. 700. И походу все. 750. 730. Да, я вылетел. 760. 720 на прыжке. То легче. Ты я прям походу. Очень хорошо лечу. Да-да-да-да-да-да. Ты легче, так, да. Подожди. Я в корзину. В корзину, в корзину, в корзину, в корзину. Бат-бумс. Отлично, я в корзине. Ну, это Тесла мой балл. Тяжелее зонда оказалось. А где ты вообще? А, ты серьезно на магистрали? Это жестко, ребята. И по баллам у нас получается, что 2-3 неплохо. А мы отправляемся на следующий раунд. Давай. И вновь я буду спавнить 3 тачки. Давайте-ка Генезис! Наконец-таки начало сыпать более-менее хорошие автомобили. И, кстати, Бэха тоже хорошая, но я возьму Генезис. Так, у тебя... Так, у меня Бьюик вроде хороший. И Бьюик, что будешь брать? О, чит лансер, не хаси. Серьезно? Не ну, признал, пробуй, не пробуй, признал. Пробуй. Не признал. Да, чит лансер это, конечно, сильно, но вопрос, сколько разгонит и как она вылетит, потому что тачки такие тяжелые все. Давай, 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 давай. Разгон до хера уже штука. Даже до середины не доехал. 1100, 1200, 1300. Идеально, почти, пока. Дядь, 950. А на Вайн вот лечу, у меня тоже хорошая машина, но не настолько. Два чита плюс-минус вып... Ну как, у меня обычная просто тачка летающая хорошая. Ема, ты полетел. Так, спектейт. И по итогу... Будет, не будет. Сейчас на колесике, вот так смотри. Блядь, прям стоп. Да, рикошет хороший. Передавай, ребята, полцу баллу. Да. И по итогу еще и экстра балл Юра заочно ставит. Это могло продать намного лучше, на самом деле. Так, и, ага, отмечаем экстра балл вот здесь, и погнали, ребят, на следующий раунд. Ну что, друзья, мы начинаем спаунить следующие тачки. Трейлер мы не берем в учет, и у тебя две, точнее три, у меня две, это прям плохо. Да на тачку не твой жлоб. У меня мустан хороший, плюс-минус. Неважно. Ну 2-4 по баллам нужно баллы отыгрывать. Что значит, неважно? Кунтер. Неважно, сколько у тебя хороший мустанг, есть хорошая ламба. Еще а гелик, говно. А третий что? Слива. А гелик тоже говно. Окей, да, пробуем, ребята. Это Sky, какая слива тут? А Sky? Да, я не признал на самом деле, поэтому, ребята, разгоняемся. Ой, сейчас громко будет. Давай. Я врезался, емать. А что карьер разогнал кое-как, он просто едет и прыгает. То есть не факт, что я выпрыгнул вообще. Дядь, ну я как бы 900-то тоже поставил. Значит, надо выпрыгнуть. Да не мотайся ты так. Ну, я прям хреново пролетел. Чтобы ты понимал, это около стройки. Ну, такой я слабенький выпрыгнул. Рикошетик. Минус и по итогу... морда. Смотрим, ну, да, куда приземляется у нас Юра. Мне повезло, что Да, ты прям вообще легчайше улетаешь, и это... Это твой балл! Ты бы видел, как он ехал. Вот знаешь, он как будто на развале, такой в разные стороны жопы. Ебать! Я понимаю, я знаю, ебать! Что это такое. Ебать! Посмотри быстрее, пока не упал. Посмотри просто. Он тут зацепился. Я просто внутрь вот так вот летел боком. Прям не, вот я-то успел. Смотрел со спека, как ты летел, но типа как ты остановился, я так и не понял. Old Fred Action Nice Butt in and Soul. Переводите в комментариях, ребята. А мы отправляемся на следующий раунд. Да. Следующий раунд, ребята, я спауню две машины. Макларен и какой-то истребитель, но он не считается. У меня, думаешь? Да, есть надпись на спойлере. 240. Пушка. Да. Очень быстрый. А, так, 620R какой-то. Так, у тебя... Ну, у тебя тоже неплохие машины, гелик дырявый. Да, только Ликан, к сожалению, не финир. Вот что плохо. И третья тачка. И третья тачка. И третья тачка BMW. Окей, полетели.
Ребята, ну что же, сейчас будет просто легендарная схватка, потому что Макларен, как говорит Юра, очень быстрый. И если да, действительно. Вылетишь, он вообще улетит жестко. 1100? Да, да, он лютый, он реально лютый. За новым экстрабалом, ребята, мы с вами летим. Главное, хорошо рикошет ловить. Не расслабляй жопу. 1050, блин, я свечку запустил. Ну, так, мне рикошеты нужны. Мне нужны рикошеты, а тут куча. Блястяще. Куча? Я изначально хорошо ударился, но меня потом поймала сосна, когда я уже отлетал от первого рикошета. И я, к сожалению, не поставил экстра балл. А, нет, поставил! В смысле поставил? Я же здесь. Нет, не поставил. Подожди, нет, а ты дальше. Где был? У меня дальше. У меня возле трех ангаров. А, ты где-то здесь был, да, я что-то смотрю, почему у меня там стояла метка. Странно очень. Ну да ладно. Так, давайте-ка глянем, где у нас был Юра тогда уж. Где? Ну, так, спектейт. В очередной раз. А, понимаю. Ну, вылетел хоть как-то. Так, Юра вылетает, и давайте-ка глянем. Ну, так себе, да. Это явно мой балл. То есть, 3-5 по общему количеству. И давай в дырку, в дырку, в дырку! Ну, было бы красиво, да. Было бы красиво. Окей, ребята, да, баллы мы записали. Отправляемся тогда на следующий раунд. Полетели. Итак, друзья, спавним следующие тачки 3 штуки. Я спавню, у меня вроде как хороший Мерседес, только вылечу ли я на нем, это уже другой вопрос. Да, ребят, 240 под капотом. Пацифика и... тоже хорошо. И ты ее берешь. Говно. Да. Окей, да, давайте-ка, ребята, пробовать. Вы видите уже сами на экранах то, что у Мерседеса нету тормозов. Тут главное вылететь чисто. Пошел тот самый, да. 1000. Я вылетаю плюс-минус 1050, но так, цепанулся слегонца. У тебя какой результат? 760. Отлично! Это 4-5. И на самом деле остается не так уж и много раундов, и как бы отыграться-то точно надо, потому что у тебя экстра балл, который явно мне не нужен. О, подожди, у меня рикошет хороший. Да, у меня под цифики ничего не осталось. Я возле... А куда я приземлился? Я не знаю. У меня рикошет еще лучше. Дядь! Сделай красиво, как говорится. И сорвал дальше. Я скатываюсь тут со... Мне прям везет! Подожди, подожди. Мне бы до горы, мне бы до горы. С горы спуститься. Давай, давай, давай. Тут же, тут, блядь, не съест. Спрыгиваем. Так, так, я не дальше, дай тебя покажу. Да, я типа рулю. Нет, ты проехал дальше. Да, да, серьезно, дальше? Да ладно, да ладно, ребята. Охренеть, просто Мерс реально затворил чудеса. Переставляем наш экстра балл. И, ребята, это не может не радовать, а мы отправимся тогда на следующий раунд. И вновь три тачки я спавню, давайте-ка глянем, кому что дропнется. Так, джип. Ой-ой-ой, у тебя все херня, и то херня, и все херня, и шкуда херня. Вообще ничего не засыпало. По-моему, я это где-то уже видел. 189, ай, это не тот. А тут 138. Ну, я на формуле, ребят, попробую. Я не знаю, на самом деле, хорошо ли это или нет. Ай-яй-яй-яй. У тебя мафия? Да хер знает. Та самая? Мафия вроде с деревом. Да ладно! Кстати, экстрабал. Так, экстрабал, экстрабал. Серьезно? Не выпрыгнул. Чтобы ты понимал, я 420 всего лишь разогнал. Это такой смех. Это самая ублюдская формула, которая, да, когда-либо я вообще встречал. Так, давайте-ка глянем, когда она... Мафия, куда полетит у нас мафиозник? По баллам пока что 5-4 и мой экстра, вот если бы ты как бы, да. Да чтоб тебя, бляха. Попробуй, пробуй. Ну и по итогу, ребята, у Юры так и не выпрыгнула машина. Можно сказать, что это его балл 6-й, но не экстра балл, что меня и радует. Окей, мы отправляемся тогда на предпоследний наш раунд. Поехали, спавню следующие тачки. У тебя 3, у меня получается 2. Так, читламба, ребята, 1000 лет я ее не видел. И гелик, который смог когда-то, но не сейчас. Так, окей, мы ее по итогу добавляем. Причем у меня один и тот же гелик падает. Такой у тебя выбор вообще, вообще нету выбора. Ебать! Давай, сейчас 1000 уже. Она низкая вообще, так. 1300. Да, я не выпрыгнул на ней по итогу. Я обратно залетаю. Здорово! Так, тихо.
720. Слушай, ну я примерно 850 сделал, это не ее максималки, потому что она слишком низкая, а не могу ничего на ней сделать и вылететь. Так, а ты где-то на кубах приземлился, да, я так полагаю? Нет, не совсем, это шиномонтаж какой-то. Что? Я посмотрю сейчас. Так, а я, получается, на Рублевке. Автодиагностика, а ты... починка. Это еще хуже. Мафисы, колеса, тайресы. Я думал, будет лучше у тебя, да. Ребята, по баллу у нас 5-6, и прямо сейчас у нас будет как раз-таки решающий заключительный раунд, который позволит понять, кто же победитель. Ну, заключительный раунд, ребята, я спауню, получается, что 3 машины, Юра, 2, и давайте-ка смотреть, кому что дропнется. Так, пока что все херня. Это у нас херня. Так, ну 163, 177. Блин, а я возьму его. Чисто ради интереса посмотрим. Так, у тебя что? Да не лучше. BMW и еще какая-то хрень. Окей, давайте-ка, ребят, пробовать. Это BMW? Не BMW. Да вроде да. А не BMW. Ёпта, что было? Слушай, я отлетел сильно? Чего? 650. Ты еще не хотел? Нет. Охренеть, на Бронко? Это, конечно, ребят, результат-то неплохой. Мы перелетаем половину карты 100%, но и зарабатываем балл, который является 6-м. Так, а Юра приземлился у нас, давайте-ка глянем. А Юра приземлился вот сюда. Окей, друзья мои, это был заключительный раунд. Экстра балл на мой счет, и победителя видите на ваших экранах. Ставьте лайки, удачки, пока-пока. Пока, народ.